Эта дорога ведет к пограничному пункту Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Именно здесь, после объявления в России мобилизации, пытаются перейти границу тысячи российских мужчин. Автомобильная пробка с российской стороны границы растянулась на десятки километров. Там по заоблачным ценам продают бензин и места в очереди. Дешевые машины меняют на велосипеды. Как выжить на Ларсе и попасть в Грузию? До момента того, как я добрался в Степанцминду, прошло 75 часов. Из Нитыгил на автобусе до города Екатеринбург, из Екатеринбурга до Минеральных вод. Самолет. Из Минеральных вод был автобус. Один день на принятие решения, это вот сражение с паникой, какой-то внутренний конфликт, потом нашел чаты, нашел билеты вот до Минвод. Нашел людей, вот ребят, с которыми сейчас еду. Я ехал один, тоже очень-очень боялся, очень переживал, доехал до аэропорта, сомневался прям до последнего. Минводы прилетел, вот ребят ушел, все уже, ну как-то само стало полегче. Очень классного таксиста нашли, он довез нас до границы. До Владикавказа, оттуда на велосипеде. До Владикавказа на поезде и потом на велосипеде. Мы очень быстро прошли, нам повезло. 7 часов переходили границу. Почему здесь? Потому что Путин ведет войну, и мы не хотим участвовать в этой войне. А вам приходила повестка? Не приходила, но она придет. Она всем приходит. Ну, весь путь занял 3 дня, да? Вы на машине были? На или машине, как? На машине. На своей? Да, на своей. Очень сложно просто попасть туда. То есть на самой границе все заняло 5 минут. А вот именно попасть, потому что люди, как стадо, все друг друга не уважают. Это кто? Я не знаю, зайдите сюда, заезжайте. Я по-черновски говорю, не понимаю. Иди, садись. Ребят, сколько проходили границ сегодня? Воскресенье вечером начали, сейчас закончили. Вы уехали из-за вот объявленной мобилизации? Конечно. Вы подпадаете под требования? Нет. Да не важно. Это вообще не имеет значения. Ну, вообще не важно. А вы откуда? Из Москвы. А как добирались? Сначала на машине, потом пешком. Потом на велосипеде. Сколько в общем по времени, суток или часов занял переход весь? Понедельник, вторник, среда. Ну, 3 суток. Сколько-то спали за это время? Ну, спали, но за последние 40 часов спали часа 3, наверное. Если считать от начала пробки, которая 15 километров где-то автомобильная, начал переходить в 16. 18 часов 27 числа, и закончили мы его только недавно, я друга ждал, в 15 часов 28 числа. Мы решили добираться до Турции через вроде бы самый бюджетный способ, но нет, это не так. Мобилизацию вы не боитесь? Ну как сказать, первый день я не испугался, но второй день я очень испугался, так что хотел купить билет за 100 тысяч, у меня был такой прям страх, потом я себя успокоил, что так, нет, я ограниченно годен, я болею и все такое. Потом пришла новость, что ограниченно годных берут, и тогда я снова испугался и начал серчить билеты, и они уже стоили больше 200 тысяч. И тогда я просто испугался таких цен и решил, что я преодолею весь этот путь, хоть я и знал как бы цену этого пути. Родом я из Донбасса, но я переехал в Россию 8 лет назад, в 2014 году. Получил гражданство. Моего брата родного так забрали. Из Донецка? Он живет, да, на Донбассе. И 2 недели назад его забрали просто с улицы. Они всех парней, мужчин, призывного возраста забирали. Ну, как всегда это происходит вот в таких городах. Это какие-то бомбилы появляются, там что-то нам обещают. Обещали нам, что нас довезут прямо вот до начала пробки 10 тысяч рублей. Доедем. Ну, сразу скажу, не совсем так получилось. То есть 20 километров пешком прошло? Да. И начали пытаться кому-то в машину подлезть, думая, что это ну, наш лучший вариант за энное количество денег. Стучаться, и они ну,
у нас горят, нет места. Ну, либо горят, мы будем дальше продавать. Когда будем уже вот близко к КПП, мы типа продадим место, ну там условно, там за сколько там, за 40, за 50 я слышал. 5 или 4.30. Мне сказали, что открыли пеший проход. Я, понятно, сразу же схватил рюкзак и побежал. Ну, почти что побежал, насколько я мог бежать с 20-килограммовым рюкзаком. Я вот добежал до туда, встал, думаю, ну все, сейчас я точно пройду. 8 часов, и я не прошел. Мы ждем сейчас жену и сына, пока они пересекут границу. Они стоят в очереди к Верхнему Ларсу. Мы выехали вместе, мы боялись, что закроются границы для мужчин. Как и раньше. Многие люди не удерживают, плачут, и мужчины, и женщины. Многие там с детьми, с маленькими, соответственно, вообще просят, все, поехали. То есть, ну, у людей просто какая-то паника есть, это не очень хорошо, им никто особо не помогает. Вот. Соответственно, с бензином проблема, то есть заправка одна до, и после, через 15 километров. Если у тебя не хватит бака, ты останешься где-то на нейтральной территории или до границы. А это вообще очень плохо, потому что машину оттуда эвакуировать, ну, практически нереально. Воды питьевой тоже нет? Вода питьевой нет в продаже, то есть, но можно налить на границе из-под крана. То есть, ну, там многие этим пользуются. Вот. А, по поводу бензина, ценник перекупов 10 тысяч за 10 литров. Ну, это стандарт. Многие отчаиваются, оставляют свои машины, пишут о том, что они готовы их продать. Или велосипед меняют. Дешевые машины меняют велосипед. Уже кончается бензин, они не знают, что... Дешевые машины велосипед меняют? Да. Ну, типа там машины там, за 150 тысяч или на велосипед могут уменять и пойти пешком дальше. Езжали, занимали места в пробке, чтобы потом уехать, и кто-то другой, видимо, кто заплатил, занимал это место. Потому что мы вот там стоим четвертые сутки. Ну вот, получается, что... Тех, кто вклинивается сюда, их в разы больше, чем те два ряда, которые стояли официальная очередь, скажем так. Я слышал очень разное, то есть кто-то бросает машины, кто-то заказывает. Но как раз у одного человека, с которым мы ехали, у него тоже друзья стоят в пробке, он нам сказал, что его друзья собираются нанять местного, который приедет, заберет их машину и отвезет на стоянку Владикавказа. 8 часов я стоял, и большинство этого времени пришлось стоять с рюкзаком, потому что как бы ты стоишь, и вот, ну, тебя кто-то еще поджимает. Поставить его просто некуда даже было. То есть там была такая пробка из людей, что не продвинуться ни вперед, ни назад, ни вбок. И говорят там, у меня дети, да, так у всех сложные какие-то ситуации. Там нету ни одного, кому легко, на самом деле, кто там стоит. Там всем тяжело. Вот 8 часов я там потерял, психанул потом, ну, прям вот все. То есть это уже было... Где-то, ну, почти вторые сутки без сна заканчивались вообще, то есть вообще даже не дремал. Вот. Ну, и опять же, еще там еда у меня закончилась, вода закончилась, потом ушел оттуда, это уже где-то 2 часа ночи было, полвторого. В полвторого я просто иду, и, ну, я не знаю, что делать, у меня как бы, я ни в какую машину не могу, ну, не могу залезть. И смотрю, парень продает велик. Я такой, сколько он мне там? 15 тысяч. Ну, велик, ну, развалюха вообще просто ужасная. 3-4 часа я отстоял, и вот попал на контрольно-пропускной пункт. Там уже у меня, я уже, мне кажется, там и спал на ходу, и у меня какие-то около глюки появлялись, потому что, ну, ни воды особо не было, ни еды. А купить там нельзя, да? Ну, там... Там уже нет, там как бы уже ничего нету. То есть уже вот, ну и я не знаю, может быть уже ты на автомате не думаешь о еде, а думаешь о том, чтобы лишь бы быстрее отсюда свалить, потому что ходят всякие слухи, вбросы, закроют, не закроют. И ты думаешь, нет, я только из-за этого на самом деле той ночью и решил, ну, добить, то есть в нейтральную зону выйти хотя бы. Мы ехали двумя парами. Еще одна пара. Я вижу, как меняется лицо нашего друга, когда он разговаривает на паспортном контроле. К нему подходит человек в форме, его уводят. Я пишу там, что случилось. Его девушка мне пишет, говорит, его увели куда-то. Его увели, а он служил. И потом я подхожу к ней, она уже вся в слезах, и она видит через стекло, как ему человек в форме вручает листочек бумаги. И она такая, все, это повестка, все, пипец. И потом она его ждет. Потом он выводит, и он такой, меня сейчас сажают в автобус.
И, ну, и как бы вот у человека, что произошло, ну, на самом деле, мы потом разобрались, то, что вручают не повестку, вручают оповещение о том, что сходите в военкомат, к которому вы прикреплены, ну, и вас нам, наверное, ждет повестка. Это рекомендация, которую ты подписываешь, что ты получил эту рекомендацию, а далее погранцы сажают тебя в автобус, который едет во Владикавказ, потому что что-то будешь на КПП толпиться. А выбираться оттуда самостоятельно – это просто чертов ад, поэтому вот так. Есть повестка, есть предписание о том, чтобы человек обратился в военкомат по месту жительства. Да. По факту это основание для того, чтобы человека не выпустить за границу. Лично меня ничего не спрашивали, хотя я служил, я думал, что меня вообще не выпустят, потому что я нахожусь в первой категории запаса. И дело не в том, что я бегу от войны, я не от этого бегу. Не бегу от этого, я бегу, чтобы привести свои мысли в порядок, потому что я за неделю лишился всего с вот этой политикой. Как-то. Ну ты же от мобилизации уезжал? Нет. Мы видели, да, людей разворачивали, мы опасались, естественно, ну, типа, могли спокойно сказать, что вам нельзя выезжать. Попал в пограничник, у меня на паспорте вот такой вот символ, это Вальхалла, ну это давайте так назовем, рай для викингов, вот, и он увидел такой и говорит, о, ты викинг что ли? Я такой, ну не знаю, может быть в душе как бы... Хотел бы им быть или, может быть, являюсь. Я говорю, мне вообще вся эта культура близка, все это мне нравится и устраивает, и я в это верю. Ну, его как-то это зацепило, и он такой, интересно. А у них же рая нет. Да, вот у них Вальхалла, то, что вы и сказали. Он говорит, а как туда попасть можно? Я такой, по-разному. Такой, ну вот, это, там же нужно в бою умереть. Ну и это в том числе. Он говорит, ну вот, в связи с геополитической обстановкой у тебя есть возможность. А где ваш велосипед? Вы его бросили просто после границы? Да, когда мы поняли, что на нейтралке полная жесть, мы просто бросили все велики и все, и дальше пошли пешком. А это гора брошенных великов. Просто люди доезжали на них и оставляли их здесь. Самое сложное, я думаю, это была нейтралка определенно, мы там стояли часов 16, наверное. Ну, КПП Грузии остается метров 500. Ну, и очередь перестала двигаться где-то часов в 6 вечера. Сказали, что на 2-3 часа ее закрывают, именно пешеходную. Благо, у меня была палаточка, я пошел, поставил палатку. На нейтральной зоне заночевал, и там таких много было, только много было без палаток. Кто об этом не думал, вообще просто ломился туда. Они там что-то бросают, у кого-то пенки с собой там. Кто-то просто на одежду, там, на рюкзак и как-то. Ну, там люди в таком состоянии стоят, что они уже больше, ну, на зомби похожи, я не знаю, что ли. То есть там смотришь в глаза, у человека в глазах усталость, там... отчаяние и так далее. Я проспал 10 часов, проснулся, ну, собрал там палатку, встал в очередь, ну и потихонечку, ну, на самом деле, не знаю, сегодня часа за 3 прошли вот эту последнюю там остаток нейтральной зоны и вышли. Вот это все 75 часов. Нейтральная территория. Прохождение ее мне показалось вообще, как будто мы там целый день провели. Это какая-то жизнь прошла. Единственное, конечно, нам повезло, то, что один человек нас согласился подвезти. То есть я ходил по машинам и спрашивал, кто нас подбросит. Согласился в Баге. Из Еревана. Мы сели в мою машину, и я не понял, сколько времени мы там находились. Мы ехали очень долго. Мы ехали, стояли в туннелях, опять ехали, опять стояли там. Люди пытаются проехать без очереди. Был даже конфликт у нашего водителя с
другими водителями, которые пытались объехать его. Там были автобусы, которые по встречке обгоняли. Вот. Волонтеры раздают воду, еды нету. Еда только вот то, что у кого осталось за эти четверо суток. Этим и делятся. Воду дают, я не знаю, откуда она. Просто собирают бутылки, приносят воду. Действительно, чего не хватало, то воды, потому что, когда в нейтральной территории ты уже прошел 6 часов и думаешь, что, ну вот, 6 часов вот за поворотом, за туннелем, а потом там оказывается еще 6 часов, а потом еще 2 часа, и воды, сколько бы ты ни взял, не хватает, потому что солнце, потому что нервы, люди много курят от этого, сохнет во рту, и вода очень помогает. А вы помогаете волонтере, да? Мы пытаемся покормить детей, если честно, у нас все детки, потому что, мне кажется, взрослым здесь помощь не очень нужна. Основное это добиваться того, чтобы еда была там, внутри. На выходе она никому не нужна. Мы там сунули там пару баночек еды и водичку одной машине всего. Не, ну с тремя мы там. Двум, да? Ну, конечно, мы фуре и... Не, фуре мы отдали уже прям мешок туда, в нейтралку. А непосредственно на выезде, в общем, большого смысла, кажется, и нет. Люди уже хотят просто спать. То есть вы сами закупили всю эту еду и просто пытаетесь ее передать с кем-то, да? Ну, вот, там горячее приготовили, чтобы здесь люди что-то могли перекусить. Речка сначала там выйти. Нет, спасибо. Очень вкусно. Список медикаментов. Люди в чате пишут, что диабетики не хватает инсулина, нужны успокоительные, потому что это очень огромный стресс для людей. Кому-то нужны обезболивающие. Ну, там вот в чате есть вся информация. Привез продукты, привез воду. Для того, чтобы люди, которые не ели уже день, сутки, двое суток, просто кормить их. Я узнал из интернета, из Ютуба, что происходит. Утром отвез сына в школу и поехал в магазин, купил воды, купил еды и приехал сюда. Самая мирная профессия был водителем автобуса в Москве. Ну, если были в Москве, знаете, что это за автобус. Чем я буду здесь заниматься, пока не знаю. Мне надо 2 недели хотя бы отдохнуть, прийти в себя, потому что очень много свалилось. Буду пытаться устроиться в Тбилиси. Не получится, поеду дальше. И когда смогу устроиться, приедет жена и старшие дети. Да, я опасался, что закроют границу. Как и все на самом деле. Вот все люди, кто стояли в очередях. Я с 3 людьми общался, кто с повестками были. То есть, ну, к ним пришли, они не подписали. Просто. Они прошли? Да, они прошли. Какие у вас дальше планы? В Грузию оставить или куда-то дальше едете? Ну, честно говоря, вообще план добраться до гостиницы, принять душ и поспать. Как думаете, когда вам удастся в Россию вернуться и что для этого должно произойти? Не знаю, чудо. Должно произойти чудо. По данным МВД Грузии, по состоянию только на 26 сентября в Грузию въехали почти 80 тысяч российских граждан.